один из вариантов выхода на удушающую, если вы оказались снизу. Сейчас, допустим, боремся по греплингу, в таком положении оказались. Тут я за локти беру, чуть тяну на себя его. После этого левой рукой держу его левую кисть, правой рукой, то есть держу его локоть. Нужно вытянуть его, мне его нужно вытянуть левее. Одновременно вытаскиваю отсюда же левую ногу, то есть вот сюда вытаскиваю. То есть я его тяну, вот сюда вытаскиваю. Моя правая рука сразу через его подмышку выходит вот сюда вот. То есть при этом нужно держать обязательно голову покрепче, чтобы он голову не освободил. Вот, я его держу, тут закрываю замок и падаю в правую сторону от замка его. Вот сюда. Ногами обнял его и выхожу на удушающую.